В Саудовской Аравии задержали 11 принцев. Принцы бунтовали против приостановления оплаты их счетов за коммунальные услуги, за воду и электричество. В Саудовской Аравии задержаны 11 принцев после того, как они собрались в королевском дворце Каср-аль-Хукм для протеста против мер жесткой экономии, введенных указом короля Сальмана бен Абдельазиза аль-Сауда, пишет Роутерс со ссылкой на сообщения местных СМИ в субботу. Указ предполагал приостановление оплаты счетов принцев за коммунальные услуги, за воду и электричество. Также принцы заявили, что хотят получить денежную компенсацию за смертный приговор их родственнику. Им сообщили об ошибке их требований, но они отказались покинуть Каср-аль-Хукм. Королевской охране было поручено вмешаться, и принцы были задержаны и помещены в тюрьму Аль-Хайра в ожидании суда, сообщает местное издание Себкорг со ссылкой на источники. Ранее Саудовская Аравия ввела реформы, которые сокращают субсидии, вводят налог на добавленную стоимость и сокращают льготы для членов королевской семьи, чтобы справиться с падением цен на нефть, которая вызвала дефицит бюджета. По оценкам экспертов, в 2018 году дефицит составит 195 миллиардов риалов. По материалам сайта newsgro.com.